С 10 утра сегодняшнего дня на двух улицах Красноярска ограничен проезд. Закрыты для движения полосы по четной стороне улицы Пушкина на участке от Советской до улицы Марата. Также на этом участке будет закрыт проезд на улице Карла Маркса. Причина перекрытия – строительство теплосетей к дому по адресу Пушкина, 32. Ограничение будет действовать до 29 февраля. Также автомобилисты не смогут проехать по части улицы Судостроительной. Там перекроют полосы движения по нечетной стороне в районе строящегося дома номер 37. Здесь тоже будут вести работы по прокладке теплосетей. Снять ограничения планируется 22 февраля.